Molto bella чуть-чуть. С тобой? Я по праву завершу ритуал. Они не правы. Не правы! Ложь! Он принадлежит им. Отдай ларец. Нет, нет, никогда. Я защищу Пайтити. Мы все вершим свою судьбу. Не только ты. Все мы вместе. Подразделение.
сопротивлением удерживать прорыв ворота. Все бойцам! Сбор в ключевых точках! Господа, не дайте противнику попасть внутрь. Держитесь любой ценой. Обряд почти завершен. Один из нас не уйдет! Это Рурк. Когда обряд завершится, вас всех спасут, и лучшие из лучших получат щедрую награду. Домингесом останавливать обряд. Будем сдерживать остальных сколько сможем. Thank you.
Да сотрет тьма мир, что мы знали ранее. Да растают тени, и да воссияет вновь солнце над созданным нами миром. Мешает мне изменить мир. Сегодня мы возьмем в руки нашу судьбу. Бога! Я позволил тебе жить. Больше не позволю. Пойдите, а не ты!
нападай, если хочешь. Вулкан только придаст мне сил. Я считал, что ты умнее. Хочешь выстрелить в бога? Какая нахуй? Можете замереть на секунду? А, да, королева. Один. Можно мне глянуть? Конечно. Вот ты, и я, и папа. А где мы? На Гавайях. Этот ключ и ларец позволят преобразить мир. Не будет слабости, зла. Будь у тебя эта сила, что бы ты сделал? Моя храбрая дочка, которая не ожидает нападения ягуара. Где же пройдем наше следующее приключение? Я слышал, в Антарктиде в это время очень славно. Вау!
Нет, тогда, может быть, солончаки Юты? Ну, Ричард. Я знаю, куда мы поедем. Куда? На Гавайи. А, да, хорошее предложение. В таком случае... Прощай, мама. Помочь мне с исследованием. Прощай, папа. Подготовки к походу. Нет, ты мой научный ассистент. Ах да, вы правы. Виноват, мэм. Что-то я заговорился. Я требую отвезти меня в музей. Ну, это можно устроить. И купим новый блокнот, чтобы все зарисовать. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня. И не даст нарушить обет. Я люблю наш мир, он не идеален, но... Все, что я люблю сейчас, его часть. Отныне затмение не наш символ. Пусть будет солнце, но ты уберешь день. Спасибо, идите. Прошу. Прошу, Лара. Обещаю. Нурату, мать, воин, мятежник, царица. Ее будут почитать веками. Мне грустно. Теперь... Мы объединим Пайтити, как она мечтала. Спасибо. Завтра я возвращаюсь в Кувак-Яку. Правда? Снова в джунгли? Искать мифическое рыбное дерево? А, мы с Эбби отправимся на побережье. Я рада. Ну, а ты? Я подумываю здесь задержаться. А тут еще остались артефакты? Так чем займешься? Не знаю. Эцли мне поможет. Он расскажет, как отстроить Пайтити заново. Ага. Надоело искать. Хочу быть рядом с живыми. Хорошо.
А тебе не нужно вещи собирать? Не, до завтра от меня не отделаешься. Оставайся у нас сколько захочешь, Лара. Удачи, Иона. Может, когда-нибудь я присоединюсь к вам и увижу мир за пределами Пайтити. Если что, только скажи. Ты тоже учу? Если захочет. Иона, Лара говорит, у тебя есть девушка? Мы придем на свадьбу. Стой, что? Эцли, покажешь мне чертежи нового храма? Да, он будет прекрасен.